так называется ресторан. Кто поймет, тот молодец. У дочки сегодня день рождения. Мы пришли вот в такое вот замечательное место. Это ресторан. На берегу реки Кура. Кура, по-моему, да? Это сейчас подправят меня, кто из Грузии. По-моему, Кура. Вот такая красота. Мы на втором этаже, а есть еще первый этаж. Здесь даже водопад есть. А вот река. Это так классно. Здесь можно на улице посидеть, покурить. В таком стиле классно, в грузинском. Сейчас я в сам ресторан зайду. Столик такой красивый. И здесь тоже на берегу реки реку плохо видно.